Всем привет. Многие мне вчера писали, типа, Санек, почему ты не довез Санька до дома на своей машине? Сейчас я вам покажу, почему я не довез. А то для многих не дошло, кто видео перематывает постоянно. Сейчас я вам покажу. Так, в общем, вот моя машина. Да, смотрите. И не перематывайте мои видосы, когда смотрите. У меня, в общем, сломалась машина, я вчера на ролике говорил. И у меня лопнул вот этот вот шланг. Вот, видите, длинный идет. Он у меня лопнул, вон дырка, я не знаю, сейчас видно будет ее. Вон она. И весь антифриз у меня вытек. И все. Бачки его ноль, видите? Заказал, в общем, вот такой вот шланг. Вот такой большой. Он получается как тройник идет. Вот так. И в бачок. Или нет? А, ну да. В общем, вот. Заказал такой шланг. Пойдет мне во вторник. Заказывал я у знакомых ребят. Попозже на них сделаю рекламку, покажу вам, что за ребята. Смотрите, что придумал. Вот она, дырка, да? Отрезал я какой-то шланг. Вот так вот. Сейчас постараюсь вот так вот просто натянуть и все, и хомутом приезжать. В принципе, все. Делов-то нахуй. Такие вот дела. Ну а что? У нас сегодня очередной ролик, но ролик не будет не шашлыком, а конкурс будет. Сегодня у нас Игорек будет есть острые крылья с KFC. Я не знаю, купил я, сколько там в ведре, 25 штук. Из этих 25 штук, короче, я штук 7, может 8 съел, ну штук 7. Ну, тебе там штук 15 хватит, потому что 25 ты бы не съел нихуя. В общем, сейчас с Игорком вас поздоровайтесь, вы с ним. Все, пошла съемка. Всем привет. Пошла, да. С вами опять грязный. Гарик сегодня будем. Это. Пищу жрать. Ну вот, Мишань тут сидит еще тоже. Ну, на фоне, ну, группа поддержки. Кости нахуй достанутся. Да. А теперь смеешь нам попробовать бутылку, блядь. Это, скажи это, где Санек, вот чтобы подписчики видели. Короче, братва, синий Санек. После вчерашнего, что с ним? А он и не трезвел нихуя. Да мало. Даже мне ему денег еще перевели, оказывается, там, блядь. Да, Миш, сколько там перевели? Видишь, за нами, нахуй. Это, по-моему, скорая помощь вообще, не? Так, в общем, ладно, по конкурсу. В общем, смотрите, ребята. Ведро вот таких вот крышек KFC-шных. В общем, вот такое. Ведерко. Штук 7 я отсюда съел. Тут штук 15-16. Я тебе еще запить вот принес. Пепси. Стаканчик тут. Ну, может, даже не понадобится. Ты есть хочешь? Конечно, хочу. Надо. Ну садись на колочки-то вот здесь, чтобы было удобно. Да ну так, нахуй, слетающий. В общем, погоди. Я засеку нас. А сколько ты, блядь, засекал? Смотри, как мы с тобой поступим. Чтобы было по чесноку, на время. За сколько примерно съешь? Да какой нахуй? Не. Я думал, минут за 7, максимум 10. За 7? Ну вот давай. Нет, ты скажешь, что точно, потому что я сейчас. Ну 10. Ну 10 это хуя, блядь. Да. Да не, нормально. Да. Я друга в беде не брошу. Нет, тебе нельзя есть нахуй. Блядь, голодный. Ну голодный, ну это твои проблемы, Игорек, это Мишань. У нас конкурс с Игорьком. Давай, смотри, я тебе даю 7 минут. Ешь быстро, задача съесть быстро. Блядь, у нас тут еще есть какая-то четырка, блядь. Смотри, я тебе даю 7 минут. Если ты за 7 минут съедаешь, ты получаешь 500 рублей. Но если ты не съедаешь за 7 минут, вот прям ровно в 7 минут, угу, ты получаешь, ну, рублей 200 от силы. 50. 250. Нет, тогда уже тебе не мотивация будет. Короче, если ты не съедаешь за время, ты не получаешь долго, вообще нет. Ничего. Ну, очень долго. Давай все это. Все, так. Давай. Ну, погоди. Поехали. Вон, смотри. Одну мне что-то. Полевод. Жуй быстрее. Короче, тебе надо съесть 15 штук ровно. Костя, он говорит, Мишань доест. Давай. Нет, вдвоем нельзя, Мишань. Подожди пока. Подожди пока, Мишань, не мешай. Одна готова, едем дальше. Когда последний раз так ел-то вкусно? На Новый год.
Минута ровно прошла. Ты неправильно ешь, тебе надо просто ее в рот, покостись, мясо снимать. С костью, да? Головы, все, все, головы. А ты ебись, все, блядь, комментатор, блядь. Вот это. Вторая, еще 13 штук. Давай, давай, горек прям. Чем быстрее, как говорится. Можешь чуть-чуть туда отойди? Туда отойти, а то солнце тут, блядь. Во, вот так. Отлично вообще. Четыре. Давай, давай, ты обороты не сбавляй. У тебя на кону пятихатка, Игоречек. Я тебе вот перед видео сказал, если справишься, дам, и не справишься, не дам. На халяву поешь, если только. Вот так на халяву поешь, плюс пятихатка. Нормально, так живешь ты, я смотрю, да? Четвертая, пятая. 2,5 минут прошу. А, нет, да, 2,5. Тебе надо ускоряться, Игоречек. Темп избавляешь. Глотай, глотай, не жуй, Игорь, не жуй. Просто проглатывай, как кобра, Мишань. Ой, Мишань, у меня же Мишань. Вкусно тебе? Забись. Забись. Пятая нога. Мишань, что там останется, Мишань? Твое, да. Деньги тоже. Деньги тебе хуй. Не, тебя. Денег тебе, Мишань, нет. Как? Ну а как тебе? За что тебе? За майонез. Блядь, иди пизду за майонезом. Ты ничего не съел, Мишань, блядь. Я его отъел. Ничего ты там не отъел, ты съел одну ложку, ёпты. Не. Я не собираюсь просто так давать деньги, понимаешь? Если ты ничего не делаешь, за что я тебе буду давать деньги? Это шестая. Седьмая нога. Или какая это по счету была? Шестая, да. Это седьмая нога, ребята. Не может пока Игорек ничего сказать, потому что у него забит рот. Он занят. Я занят. Он занят, да. Видите, он как смотивирован. Воды налей, Миша, лучше. Острые они? Да? Угу. Тебе надо быстрее, Игорек. Очень медленно. О, ФБР, слушай. Какой ФБР? Вот, смотри, ФБР. ФБР, все. А. Четыре минуты прошло. У тебя еще три минуты. Бля, сухая, пожалуйста. Быстрей. Еще быстрей. С костями хуять. Ребята, напишите в комментариях, кто бы смог за 7 минут, за 7 минут съесть 15 острых куриных, куриных крыльев KFC. В этом костей. Мишка поешь. Ну, мне, ну потом доешь свое. Потом можешь ему отдать. Быстрее. Я не знаю, что ты там мучишь. Давай быстрее, Игорек. Блин, что муравьи тут.
Ты давай быстрее, у тебя одна минута осталась. Не пизжу? Да. Нет. Ну давай, окей, две, ладно. Три. Ты считаешь, сколько? Да и три, жопу до три. Четыре-то. Пять, нахуй. Давай, давай, давай. Ты выбирай поменьше крылья, что там такие все здоровые они, что ли? Ну давай быстрее. Вон у тебя, ты вот это вообще нога здоровая, смотри какая, вон ту поменьше возьми. Давай резче. Ты считаешь, сколько съел? Ну похуй. Ты считаешь? Я уже после шестой уже штук 9 съел, по-моему. Вы все такие. Ну вот это еще следует. Хуй, красиво. Все набивается. В общем, смотри, сейчас 30, тебе еще 30 секунд, если ты, вот как время кончается, то уже потому что уедешь больше времени, заканчиваем, считаем, сколько ты ног съел. Успевает. Нет, он не успевает, он уже проебал. Проебал, проебал. Ну, минус... Короче, от 11 сколько ты вам? 4 остался. Я тебе сказал 15 есть. Ты это получается какую ногу ешь? 11? Пошел ровно 8 минут у тебя с момента старта. Ну окей, давай вот. Тебе еще 2 минуты даю, чтобы ровно за 10 минут ты съел 15 крыльев. Ты должен успеть. Ты хуль ты... Вот смотри, что ты рот забиваешь свой? Что ты рот забиваешь? Ты прожуй прогати полноценно, ёпта, потом рот забивай. Ты рот забьешь, блядь, а и жуешь 25 минут, ёпта. Запей его. Глотай, глотай, Гаёк. Ты не жуй, ты просто проглатывай, как змея. Как Миша яйца проглатывал, ты так же давай. Это... Ты не все штук могу ебать, блядка. Да, яйца это такое. Быстрей. Минута осталась. Почти 30 секунд осталось у тебя. Так, минуты, 30 секунд, сами. Ну так, ты что думаешь, тебе время на месте стоит, что ли? Ты 25 минут пьешь, блядь. Все-таки, Миш, тебе останется немножко. Быстрее. Мишань, по кайфу хоть поест, нахуй. Ну, готовим. Как аппетитно, да, Мишань, кушай. Ребят. Встань сюда. Солнце это, да. Сколько съел? Все, по времени. Давай, заканчивай. Останавливайся, короче, ребята. Мы, давай, садись. Ровно 10 минут. На этом мы останавливаемся. Давай считать. По одной ножке выкладывай. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 штук, ну ладно. Дай вот эти 13, еще 2 даешь, чтобы он до 15. Нет, я передох. Передохнуть хочешь? Угу. На. На, одну ножку тебе, Мишань. Больше тебе не отпало. Ну, натуре не брал, нихуя, блядь.
С Костей сможешь съесть, Мишань? Ха-ха, доконёк, мясо. Попробуй. Встань сюда тоже, а то не видно нихера, солнце светит. Сюда встань, сюда. Во, вот так нормально. Сытный мясной обед, бля. Ты встанешь? Да. Мучело налейся. Мучело налейся. Гойте. Наглец. Хуя ты сам, блядь, наглец, на. Хуя, с башку плечами, блядь, угощает, нахуй. Как ты их попробовал, на помойке такой не выкладывать. Ну, Саня, вот если ножку съешь с этим... С говном? С Костью, я тебе 150 рублей дам. Ну, мало. В смысле мало? Ребята, смотрите, какой борзый. Охуевший. Да, уже, кстати, пишут, что уже борзеть начал. Я тебе серьезно говорю, ты заканчивай. Ты со мной такой разговор не получится, понимаешь? Во, видал? Получится. Да. Не, ну если вот так будешь делать, то да. Одну кошку ем. А? Одну кость. Одну. Ну вот, свою, вот, вот это дашь свою кошку. Может, вот эти все на 250. Вот. Видал, как хорошо? Блять, я собаки ношу. Нахуй. Ну это ты выплевываешь, это ты не ешь. Да. Бля, я... Вот, да, вот да, это да, можешь я... откинуть, а вот это надо съесть. Очко пожрал. Ну ты же... Ты жуй просто. Ну, скажи, блядь. Надо в труху, Мишань, вот ты ешь косточку, надо в труху перемыть тебе загадку. Как пёс, на. Да. Ты выплюнул, что ли? Нет. Врёшь, блядь. О-о-о-о-о. Походу, по-моему, я отвернулся, ты выплюнул. Нет, она. Мясорубка, ёпта. Ну ладно. Плюс то, что у меня зубов нету. В смысле нету? А. Вот есть. Нет, есть. Чуть-чуть за один. Вот два вот торчит. Да двумя жуй. Дракула, бля. Квапир. Это последний, 15-й. Да, ну, если Мишань хочет все-таки еще кушать, там вон кости там еще нормально там. Вон, кстати, там вон по краям вот эти вот, где вот хрящики, он там не докушал. Может, доесть. Я брезгу. Брезгу? Бля, охуенно! Не, серьезно говорю, там, типа, если хочешь есть, там, он еще ну, можно. Ну, да ты, нахуй. Да обожаю ты, блядь. 15-й, нахуй, должна быть контрольная. 15-й, одна ты его. Одна тебе как лишняя, блядь. Ну, короче, за 10 ровно минут ты съел... 13 штук, по-моему. 13. Нет, 13 штук. 13 вон там, вот одна еще. 14. Не-не-не, 13 штук он съел. Нет, ты другую втоптал, ты не втоптал. За 15 будет. И плюс, вот, короче, в этом ведре было 25 штук, штук 7 съел я. Может даже поменьше, ну штук 7. 6 вот, 15 съел. Ты и вот ты одну он. 6 съел. Кто? Ты. Ну 6. Вот. Я 3. Ну я просто знал, что... То, что он не съест 25, поэтому. О, дай. Не, я тебе серьезно говорю, если хочешь, вон даешь, там хрящики есть. Да, не нужно? Ой. Нет. Лягушки. Ну, видишь, как хорошо. А мы смотрим, сколько мяса оставляют по краям. Там еще есть и есть. Я позавтракаю, поужинаю. Ну чё, на целый день, Гаюк? Угу. Долго думали, что сегодня отснять. Я сегодня делал прямую трансляцию вся на канале. И подписчики пишут там... Санёк, опять он подъебался. Съесть дрожжи, к примеру. Ты сможешь съесть дрожжи? Их вообще не безопасно есть, нет? Хуй знает. В общем, с дрожжем... Сколько, килограмм? Но... Не, ну пачку, допустим, дрожжей. Маленькую. Сухих? Ну, я не знаю, каких там. Короче, мне сегодня, я сделал сегодня трансляцию, мне подписчик говорит, Санёк, пускай они съест ведро, крышку KFC острых. Я так подумал, блин, а почему бы не отснять? Задание прикольное. Плюс, шашлыки мы сегодня снять не можем. Короче, какой шашлык я купил, я сегодня съем его сам, потом он пропадет, потому что он уже два дня у меня стоит, короче, вот такие вот дела. Можем мы его съесть? Нет, вы не можете съесть, съем его я, потому что он достаточно хороший, вкусный. Вот. И стоит денег, да? Да, он стоит денег. Ну, таких, ну, небольшие деньги там. Да, братва, подкинь нам, да. Тихо. Слышишь, что за трек?
Каспийский груз играет. Ладно. Что расскажешь? Анекдот. Анекдот? Да. То у тебя все одни и те же анекдоты, блядь. Нет, не одни и те же. Ну ты встань сюда, потому что тебя давай. Солнце, тебя не видно. Вот сюда садись, вот, как я на корочке. Нахуй я на корочке, я встаю, потому что я не очень. Только давай, чтобы не было, знаешь, ой, я отъебал того, я отъебал того. Нормальный анекдот, не понимаешь? Бат. Две черепахи заползают на бархан. Уже было. Было? Ну ладно, ничего страшного. Дуака. Короче. Что, качает, да? Давай, давай, никто не слушает нахуй. Мы тут уже Каспийский груз все слушаем, стой, бежай. Полтора часа я тебе рассказывал. А сейчас забыл. А, кстати, ребята, забыл сказать. Кто знает Александра Шпака, блогера, который у него в Инстаграме 1 000 000+ подписчиков. В общем, мы с ним списались, кто не знает, и поехали к ним на дачу. Можете посмотреть у меня фотку в Инстаграме, в группу ВКонтакте. Знаешь таких? Александр Шпак. У него, короче, во все тело татухи. Во все тело татухи, короче. И он себе ногти делает, ну, как баба, короче. Там рак наносит. В труселях в бабе ходит, в стрингах, короче. Мужик. А? Из Mortal Kombat, да? Понял, кто это, не? Понял. Он, короче, стринги носит, ногти делает себе. Ну, бычар такой, бычар. Бычар, да, кстати, ребята. Кто не знает, он там к Малахову он ходил, на Первый канал его вызывали. Свое мнение по поводу нему хочу чуть-чуть немного сказать. В общем, я давно являюсь их подписчиком в Инстаграме, да, я слежу, там, смотрю их сторисы, там, видео, какие они выкладывают. Вот на видео он совершенно другой. Вот в реале я его первый раз увидел. Он достаточно здоровый. То есть он, блин, у него такое крепкое телосложение. Не так вот, как он на видео там какой-то там, блядь. Типа он такой, блядь, стринги носит, там ногти красит, типа баба. А так он достаточно здоровый, блядь. Я его даже, ну, мы его потрогали. Потрогали. Ну, блин, у него, короче... Как его потрогаешь, нахуй, потом он за жопу, блядь, потрогаешь. В общем, это... А, по поводу татух. Блин, татухи у него достаточно... Вот в жизни и на видео достаточно, блин, вообще разница большая. То есть в жизни у него такие красивые тату, вот я вам отвечаю. Офигенное тату, я даже не знаю, сколько такие стоят, чтобы на все тело такое красивое тату сделать. Это, блядь, 500 000 минимум, мне так кажется. Потому что так качественно все сделано. Плюс, ну и с Масей мы там еще сфоткались, блин. Теперь мы знаем, кстати, где у них дача. Никому не скажем. Будем теперь, когда они будут на дачу приезжать, мы будем к ним ездить. Вот так вот. А? Стринги хуйня. Да видел я. Ну а ты что, ты не хочешь стринги? Не, я не хочу стринги носить, бля. Почему? Не стильно, нихуя. Не стильно? Не прокатывает. А татуху не хочешь себе сделать? Лишь. Какую? Саша Белую здесь, да? Набить для Ютуб. Не, ну вообще какую-нибудь хочешь тату, не? О, бля. Запоминай и никому не говори. Да что там, блядь, это... Иду туда, куда не ваше дело. Да. А что такая простенькая? Почему не купола там? Вот, ну нахуй тебе нужно. Купола отвечать надо. А Мишань, а ну-ка подойди сюда поближе. А вот смотри, вот, допустим, человек сидевший, да? Ну поближе сюда вот на свет, а то, блядь, солнце светит. Что значит эти купола вот на теле человека? Сколько ходок? Ну, 5, и это пятеру сидел. А, то есть 5 куполов 5 лет? Да. Тут... Сейчас уже перепутал все. За каждую точку раньше отвечать надо было. Отвечать? Да, вот. Что ушел тропой родного отца. Ну, ушел. Это как понять, ушел тропой родного? Батя 11, а я 11.5. То есть у тебя отец сидел и ты, да, сидел? А вот это вот что за плюсики, минусики? Ну это сел, вышел. Вот последнее только это. Не а как там в тюрьме тату делают? Можешь объяснить? Там же тату-машины, что ли? Там же их нету, правильно? Есть. Все да, есть, получается. Вот эту хуйню от каблука отрезали, пережгли, перетерли. Ну, типа с сахаром, блядь. Ну, понятно. Вот эту хуйню. И ей били. Вот. А что там, ты слышал, что-то чефир какой-то делают? Это чай. Ну, с чаем, по-моему, тоже. Полпачки. Нет. Да, бью. Чай не бьют. Нет? Чай пьют, а не бьют.
Не, я знаю, слышал то, что чефир делают с чая, типа черноту наводят, и потом как-то там еще. А, еще со спичек, по-моему, делают, да? Поджигают спичку, там что-то черную херню мешает. Спичек крокодил делают. Это крокодил, да. Ты вот знаешь, почему у Чебурашки гниют ноги? Почему? Потому что он вдруг крокодил, блядь. Прикольно, прикольно. Погоди, ты бы хотел бы на море поехать? На море? В Анапу там, либо в Лазаревское, что-то такое. Может, Москву. Да, Мишань, как всегда. Бля, я на Байкал, нахуй, ебану. На Байкал? Ну да, как просто смотри, у меня была идея, короче, организовать стрим. Ребята, у меня была идея, вот, на днях пришла, потому что вы же знаете, что я хочу на море, я на прямых трансляциях говорил. В общем, хочу сделать стрим. И с полоской доната, в общем, если наберется там 30 тысяч рублей, там, ну, за стрим, да, и если 30 тысяч рублей вы наберете, то есть своими донатами, там, кажется, можно 500 рублей, там, 50 Обидно. Рублей, 100 рублей, в общем, мы махнем на море с Игорьком и с Саньком, если 30 тысяч рублей будет. Да, рублей там утонет, на. Нахуй, кого ты хочешь отправить? Меня бери, я ни разу на море не был. А что тебе там делать-то? Ну, хоть посмотреть на него, ебать уже. Да я-то еще а никогда... А что, может, Краснодар, ебаный? Не, ну если задонатят, понимаешь, стрим, я же свои же финансы не буду вкладывать. Подумаешь. Чтобы вас на мой свозить, блин. Тридцаточка, подумаешь, ты не, денег ну, зарабатываешь. Не, да? Погоди, ну, знаешь, вот, когда каждый скидывается, там по 50, по 100, быстро набирается, Игорек. Ну, это когда хуя народ смотрит, блин. Ну, а у меня почти каждый видос по 3000 просмотров набирает. А ты понимаешь, если каждый хотя бы скинется по 50 рублей. Это реально? Это реально? Это не просто так, то есть. Достаточно реально. А я, мне было бы прикольно посмотреть, Санька, как он в море, да? А как ты нас повезешь в повозке, блядь? Почему? Значит... В машине. А спать где, блядь? Сколько в смысле, в смысле спать? Туда ехать сутки на машине? Я же в том году ездил. В Анапу сутки. В Лазаревское сутки. Ну, в Анапу одно и то же. Геленджик, купить вам футболку, шорты, типа, свежие, купить. И все. И все, и посадить машины у вас чистыми. Не такими, чтобы от вонючки. А, мне еще вчера писали. Мне еще вчера писали, ребят, почему типа Санька не довез. Во-первых, у меня... А то мне пишут, блядь, видео перематывают и потом пишут. В общем, у меня сломалась машина. Во-вторых, вы видели состояние Санька? Он, блядь, весь грязный, весь вонючий. Куда я его посажу себе в машину? Вы бы к себе его в машину посадили? Багажник. Ну вот тот. Багажник посадил. Заебал тележку там. В тележку его нахуй, и все, блядь. Что ты хотел сказать? В багажник его посадил. Багажник. Что ты говоришь? Я говорю, сейчас Миша говорит, что Саша уедет и за костями нахуй, пойдем. Короче, Игорь говорит, что мы сейчас уедем, типа, и Мишаня за костями вот за этими пойдет. А, не, погоди, Мишаня, а что у них плохого? Иди сюда. Тут вот есть, там, тут есть кусок мяса, он лежит еще, Игорек не доел маленький. Вкусим? Ну что это, давайте костей сюда закидайте назад тогда. И выкиньте где-нибудь. Потому что что тут оставлять кости, что ли? А что, собаки, на? Ну, собака, модель. Ну вот она, ёпс. Всем, ребят, хочу пожелать самого лучшего. Вот. Ну, как обычно я говорю, ставьте лайки. Тебе многие такую херню пишут. Тебя вообще никто не любит почему-то. Я не знаю почему. Говорят, что просто завидуют люди. Просто говорят бывает. Постоянно, что ты выёбываешься. Конкурсы не выполняешь, блядь. Нет, я выполняю то, что я могу. Да, вот это, вот да. А то постоянно все... А, и люди еще, знаешь что, люди еще не понимают, вот когда ты стоишь, допустим, Санек какой-то конкурс делает, ты шутишь, и люди не понимают, что ты его просто подъебываешь, типа... Ну, прикалываешься. Да, и люди не понимают этого. Пишут, блядь, то, что, типа, вот ты его подъебываешь, сам нихуя не можешь, блядь. Завидуешь, блядь. Я уже читал, я же... У меня же Wi-Fi теперь уже халявный есть, блядь. Ты на видео не говори, а то у тебя Wi-Fi лишится его. Да ладно. Мне еще надо вычислить. Нет. Все, попрощайся с подписчиками, закончим на этом. Короче, всем пока. Вот. Че по поводу моря, что-нибудь скажешь, нет? Ну, море идея, конечно, неплохая. Лучше бы, конечно, кругосветное путешествие по Лондону, блядь, там. По Гудзону, блядь. Тебя не пустят за границу, запомни. Да ладно, нахуй. Переклеим, блядь, усы там, блядь. Изменим внешность, нахуй. В принципе, свалим, блядь, за кордон, блядь. Ну а чё? А ты бы хотел смотреть, ты бы хотел бы иметь какое-то другое гражданство, не русское? Иди, какой-нибудь другой страны? Иди. С Эфиопией, блядь. А чё? С Эфиопией, блядь. Гуталином, да, накрасился, нахуй. Блин, а тебя в Африку бы отправить, посмотреть, чё бы ты там делал? А чё там нахуй делать, там жарить нехуй, блядь, чё там в Африке? Ну? Мухи, нищета, малярии, блядь.
сахаром. Стафилококк, нахуй. Понос, блядь, вся хуйня, да не бактерии. Но. Здесь почище, как бы. Вот. Я даже смотрел то, что вот в каких-то странах, в индийских, что ли, там настолько, там вообще, по-моему, там настолько нечего есть, что они, знаете, как делают? Вот, допустим, земли, да, у них поля, они ищут крысиные норы, выкапывают крыс, и из этих крысиных нор берут рис, которого крысы носят, типа, на полях, типа. И они этот рис моют, едят, и плюс крыс еще едят. Представляешь, как на что-то... На, они как... крысы. У крыс крысячить нельзя. Ладно, Миш, твои... Ты вот сидишь, крылья ешь, да, за пятихатки, а они вот сидят, вот крыс едят. Ну это сегодня, спроси, ну, это... когда их вообще ел эти крылья, блядь. Ну, слышь, Марго, это называется праздник желудка, блядь. Ну все. Не, ну если что, так позже был, блядь, куда-нибудь. Нет, максимум вот черное море. Да максимум какой он, Металлург 7, нахуй, туда съездил. На пруд туда, где Санек купался. Да, да. А там охуительно, кстати, вот там и шашлыки можно замутить, блядь. Ну, кстати, прикольно. Да пизду, я вот, блядь, я... Меня вот этот бесит, что он 4 раза, ой, блядь, 4-3 раза, блядь, он уже много наебывает. Да он не наебывает, просто так получается. Как просто... так получается? Тебе сказали, блядь, тебе русским языком сказали, зад не пей. Блядь, и все. Че, блядь, сказал? А, мне еще советуют отвезти его в церковь к батюшке. Как тебе идея? Шо, он и там нажрется, блядь, мне кажется. Погодите, все, ребята, вот такое видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, всем пока. Ссылки на все в описании, заходите, подписывайтесь. Инстаграм, группа ВКонтакте, все социальные сети в описании. Всем удачи.